Привет! Мы отрисовали очередной флешмоб. Участники были разбиты на группы по 5 человек. Каждой группе досталось по одному существу. Первый художник должен был просто изобразить его, второй, не зная персонажа, выбирал характер. Третий – состояние. Это деревянный, жидкий, газообразный и подобное. Четвертая особенность – светящийся, ядовитый, плесневелый и так далее. И пятый определял специализацию персонажа – маг, воин, вор и другие. Важными условиями были сохранение всех предыдущих характеристик и узнаваемости персонажа. Подробнее вы можете узнать в статье по ссылке в описании. Приятного просмотра! Приятного просмотра! Приятного просмотра! О, вот тут. Чтобы больше никто не знал.